канун Нового года Сочи засияет по-столичному. Впервые в украшении курорта, особенно в праздничной ночной подсветке, будут применять стандарты Москвы и Санкт-Петербурга. Вместе с тем, полностью ее менять никто не будет. Ведь большая часть иллюминации монтировалась совсем недавно, к Олимпийским играм. И по мнению главы города и главного художника Сочи Ирины Баранской, вполне соответствует новой концепции ночного оформления курорта. Кстати, ее главной темой выбран предстоящий юбилей Великой Победы. Главное событие этого года, конечно, мир. Итак, мир 2015. Мы подготовили специальную программу по размещению рекламных баннеров, отрисованы объекты, мировые объекты, которые являются привлекательными архитектурными визитными карточками разных стран. И в этой, в этом ряду, в этой галерее находится город Сочи. Глава города подчеркнул, внедряя новое, необходимо сохранить и традиционный подход к новогодним украшениям. В первую очередь это касается елки, главного символа праздника. Кстати, в Сочи установят 24 зеленых красавицы. Одна уже стоит у моря Мола, а рядом с морпортом появится целая галерея из подсвеченных елочек. Все надписи с новогодними поздравлениями, и это касается не только муниципальных проектов, но и коммерческих предприятий, будут выполнены исключительно из светодиодных нитей красно-белых цветов. Световых конструкций появится еще больше. Среди привычных изображений свое место займет и традиционный русский мишка в разных вариациях. Задача поставлена буквально залить ночной Сочи светом, создав тем самым незабываемую праздничную атмосферу. Новый год – это самый главный праздник. На Новый год, уверяю вас, у нас будет такое же количество отдыхающих и туристов, как во время Олимпиады. Посмотрите, это вот, ну, видно уже по всем. У нас уже на Новый год и Меретинка заполнена. Гости приезжают в город-сказку, о которой мы говорим. Город-праздник. Новогоднее оформление будут оценивать не только гости, но и специальная комиссия. Решением главы курорта ее возглавила главный художник города Ирина Баранская. Авторы лучших новогодних проектов, которые будут реализованы на курорте, получат денежные премии. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.